Я закончила вязание майки-змейка, получила огромное удовольствие. И сейчас следующий проект. Начинаем следующую, конечно, майку. И, естественно, она тоже должна быть необычной и оригинальной. Такой, какую еще никто не вязал. И очень смешно читать вопросы, почему вы так долго разрабатываете ваши изделия. Есть же мастер-класс, берете и вяжете. Конечно, если есть готовый мастер-класс, берете и вяжете. А если вы сами пишете мастер-класс, то есть вы с нуля разрабатываете и форму, и содержание, то придется повозиться с каждым элементом, потому что мы не повторяемся, и чужие мастер-классы мы тоже не берем и не повторяем, мы создаем свои. И первое, что мы делаем, конечно, подбираем узор. Майка необычна, узор очень важен, но он не является основным. Он подчеркивает особенность майки, поэтому убиваться на вязание узоров мы не будем. Возьмем простой традиционный, который вяжется на любой вязальной машине. Это фанки, ажуры и полоски. Ну, косы не берем. Ажуры не очень подходят, фанги и полоски. Стали подбирать разные варианты узоров. Цвет мы не смотрим, мы сейчас смотрим только содержание. Всевозможные зажимы, накиды, и сейчас рассказывать о них не буду. Кстати, посмотрите под этим видео плейлист по вязанию узоров на вязальной машине. Смотрите, получайте удовольствие, уверенно найдете много полезного. Ну и вот шарики. На шариках я остановлюсь, потому что мне этот узор очень нравится, он вяжется просто быстро и эффектно. И тоже под этим видео посмотрите ссылочку на вязание бактуса-горошки. Как интересно и необычно можно такой простой узор применить в изделии. Оцените, уверена, вам понравится. И в результате наших всех изысканий мы остановились на вот эти вот завершающие узоры. Вам видно только пестроту. Это сжатый узор, очень похож на фанги, но это не фанги, это не накиды. Количество рядов здесь не важно, может быть любое, поэтому можно вязать на абсолютно любой вязальной машине. Но узор должен подчеркивать особенности майки, а не быть просто рябью. Поэтому следующий вариант, следующий этап – это цветовое решение. В следующем видео покажу, как мы оформляли этот узор, искали оптимальный цвет. Не пропустите видео, потому что майка будет очень оригинальной. Такую вы точно еще не видели.